Дамы и господа, конец сегодня 28 числа. Смотрите впереди, там будет то, что было 27 в ночь. И 28, с 27 на 27. Такого не было ни разу. В общем, сегодня я поехал. Мне сказали, что там тебя ждут лотерейные билеты. И, конечно, шансов было мало. И, прикиньте, я вытащил. Ну, мы с дочкой ездили со старшей. Мы вытащили 20 там с лишним штук. Не помню, 5 что ли, 6. Вот. Она стирала, я вытащил одну. И казалось. Ну, в общем, в нашем доме, благодаря вчерашнему заезду, килограмм икры. Килограмм. И фишка в том, что этот килограмм халявный. Вот больше всего душу греет, когда халява. Да, русские любят халяву. То есть мы ее не покупали. Это первый раз в жизни, когда у нас халявный килограмм икры. Кто ее будет есть? Да. И, соответственно, где-то килограмм 5, чуть больше красной рыбы, которая солится. Да, Мичка? Угу. Катя, это для тебя. Да, смотрите, дальше будет, как мы ее добывали. Ходили по лесам, по болотам, ловили форель. Стреляли форель, разделывали. Да, отбирали медведей, угрызли. Ну, как-то так. Спасибо, Ольге. И форельки из Костромы. В Костроме водится форель. Итак, дамы и господа, сегодня у нас какое число? 27. Обратите внимание, здесь такая же рыбинка. Вот такая же рыбинка. И в ней вот столько же икры. Мы взяли нынче две, потому что сезон заканчивается. Посмотрите, сколько икорки просто. Опаньки. Ну, мы думали, что одна рыба без икры. Да. Ну, соответственно, смотрите, какая рыбка. Сама рыбка. Вот очень редко, когда такая толстая рыбка и столько икры. Рыбку сниму. Чего он тот цвет? Тот цвет. Оп. Опа, сразу как рыбка. Вот у нас, посмотрите, какая. Замечательно. Сейчас мы икорочки. Ну, я думаю, тут больше у нас, чем полкило икры-то будет с тобой, с двух-то рыбин. Вот. Как-то так. Ну, не сказать, что вот в прошлый раз, конечно, побольше был чуть-чуть, да, вот когда с одной этой рыбкой, но нынче... Не факт. Да. Тут такие же два пласта были. Два пласта? Да. Ну, все. Подожди, она еще набухнет. Набухнет. И рыбка сама прям теша, толстая такая рыбка хорошая. Вот та рыбка, вот, которую мы сейчас только что убрали. Господи, что ты ее кусаешь? Откусила, чтобы не рвать. Вот, раскрываем ее и убираем. А эту что? Сейчас. Раскрываем немножко и убираем водичку. Заранее приготовленная. Смотри, это получше вроде, да? Нет? Да, не знаю, такое. В ней сахар. Вот на такую банку 2 ложки соли, 2 ложки сахара. 1,5-литровая банка. Угу. И сюда мы ее брынк, пусть помокнет у нас. Наверное, воды много надо убрать. Ну она сейчас вот сюда я положу. Она вылится, я солью. Все выкрепь. С пальцев. Да, вода комнатной температуры. Градусов 35. Не больше 40. Полосни его банку. Пальцев-то. Вот. По 1,5-литровой банке икры. Почти литруха. Литруха икры. Литруха икры. Выключайся. Продолжает у нас разбор икры с пинцетами. Время покажи, сколько часов. Докладываем, просто начали поздно. Ладно. Так, ну, часик мы возимся. Я уже сделал две баночки. Анночка еще с одной там возится. 220 грамм, плюс у меня тут еще запотрафлено. И параллельно морожу делаем балычки, солим. Вот как-то так. С двух рыбинок у нас должно получиться. Там баночка, тут, ну, я 220. Это получается 600. Ой, блин. 660 грамм, ну грамм 700, ну я думаю, грамм 800 икры у нас будет. Это хорошо. И с двух рыбинок, вот рыбка, засаливаем как-то так. Вот. Лайки, подписки, репосты.
Ну, здесь просто там есть каталик. Разделаем. Хорошая рыбка, структурная такая, симпатичная. И икра есть, и рыбка вроде ничего. Пока-пока. Вкуснота. Две башки, два хвоста, два хребта будет. Сколько пухи можно сделать? Ну, как минимум две хорошие. Можно на три растянуть. Два часа работы. Два часа ночи. Два часа ночи, да, в 12 начали, в 2 кончили. Что мы имеем в сухом остатке? Вот здесь где-то больше, наверное, 220 грамм в каждой банке. Красавица, да? Вот, плюс еще соточка. И у нас итого 200. 800 грамм. 700-800 грамм. 800 грамм икры. Двух рыбин. Так, рыбку мне вот здесь вот рекомендую таким способом делать, потому что она просолится, перевернуть, потом ее на следующий день. Просто все вот так вверх тормашками. Вот. Потом ее промыть. И можно морозить шоковой заморозкой. И надолго. Вот мы едим, ну я не знаю, одну рыбину 20 дней. Ну, так неспешно. С утречка. Ну так, можно в охотку и вечерком. Нет, на бутербродик. Можно и так скушать. Замечательно. И хранится долго, и ничего и не будет. Кстати, икру тоже можно замороживать. Но она у нас вот стоит в банке тоже 20 дней. Вот буквально закончилась позавчера. Вот такая. Ну, тоже было две. Вот. Детишки тут подъели. Маша ложками ее ела. Вот как-то так. Да, и вот смотрите, я еще какой. Вот я их сделал и залил. У меня они плавали в воде, икринки. Сейчас подсохли. Вот вчера сольчик здесь у меня... такой, ну, солено-сладкий. Опять же, один к одному. Немножечко ее раз. И вот я уверяю вас, завтра эта вся вода будет в икре. Ну, то есть она еще раз пухнет. Очек, очек, очек. Немножечко, чтобы их покрыло так. Вот. Ну, все. Не бойтесь, не перес... А, да, кстати, вот из этого булонья офигенский суп. Я уже говорил 300 раз. Но еще плюс две башки и два хвоста. Как-то так. Вот она вся рыбка такая. Сейчас привезем родным и близким. Пусть кушают в постик.